Скажу, что у нас сегодня прекрасная погода. На самом деле не проверяла сегодня, сколько градусов, но примерно градусов, наверное, чтобы быть точной, 23. И зима у нас 23 градусами. То есть это бархатный сезон. Сейчас приезжать в Эмираты, в Дубай и греться на солнышке. Ну что, давайте мы начнем. Кто присоединится позже, продолжит наш вебинар. Еще раз представлюсь, меня зовут Гаухар Урманова, и сегодня мы будем рассказывать об отеле Atlantis de Palm, легендарный отель, визитная карточка Дубая. А также мы сегодня немножко захватим о нашем новом отеле, который ожидаемое открытие в этом году, Atlantis The Royal. И хочу вас всех попросить, пожалуйста, не покидать презентацию, не покидать вебинар, дослушать все до конца, так как мы будем разыгрывать несколько ваучеров на двоих взрослых, двоих детей, посещение в самый большой аквапарк в мире, а также посещение в аквариум Lost Chambers, где обитают 65 тысяч морских обитателей. Я задам по окончанию вебинара, кто у нас будет внимательно слушать, буквально несколько легких вопросов. Кто ответит первым в чате, тот и получит ваучер. Наверняка вы все уже знаете, вы бронируете отель, но, может быть, это есть кто из новеньких. Хочу вам сначала показать видео. Начать с видео, оно займет буквально 4 минуты, где это видео на самом деле снималось специально, чтобы показать каждый кусочек нашего отеля, начиная от номеров, пляжа, а также всех ресторанов. Так, нажимаю на play. Сейчас поставлю себя на место. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out. It's what I do. The party's starting. It's going down. Let me show you what it's all about. Check it out. We'll be right back.
get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. И мы тогда начнем, перейдем к презентации. Смотрите, Атлантис находится на искусственном острове Пальма. Пальма и отель открылись в один день в 2008 году, в сентябре месяце. И нашему отелю уже 13 лет. Мы находимся буквально, так, следующий слайд, 30 минут от аэропорта в Дубае, 25 минут от центра города, то есть это Бурдж-Халифа, Дубай-Молл. Ну, центр, на самом деле, у всех свое понятие. Для меня, например, центр — это GBR-Марина, а для кого-то это Дубай-Молл. То есть мы, на самом деле, по локации. Многие, конечно, говорят, что Атлантис очень далеко ехать на Пальму. Выезжать с Пальмы, именно с нашего отеля, ну, занимает примерно 7 минут. Добраться до GBR, до Марины, дополнительно еще там 7-8 минут. Вот, то есть по локации очень удобно. Также, так как отель расположен прямо на вершине полумесяца, в центре Пальмы, у нас есть уникальный вид. Это половина здания, вот смотрите, на картинке видно, половина здания — это вид на Пальму, и следующая, та другая сторона — это вид на море. Хотела бы еще отметить такой момент, что многие наши гости, они привыкли
бронировать номера, запрашивать с видом на море. То есть, возможно, многие не знают, что у нас есть шикарнейший вид. Это вид на пальму, где захватывает вид на саму пальму, на весь Дубай, видно из номера Бурдж-Халифу, Бурдж-Аль-Араб, а также видно бассейн и на море. То есть это все в одном. А также вы, наверное, знаете, что в 2020 году, кажется, в ноябре, открылись самые большие фонтаны в мире на променаде The Point, то есть с наших балконов можно наблюдать за большими фонтанами в мире. Вид на море – это тоже прекрасный вид, он более такой релакс, тоже более расслабляющий, да, я так бы сказала. Но вид на пальму, он будет немного подороже. Просто когда гости приезжают при заселении, они получают либо бесплатный апгрейд, либо они, наши ребята советуют взять вид на пальму, да, номер, доплатить. Когда они потом спускаются и возвращаются на ресепшн и говорят: о, это прекрасный вид, вот мне мой агент не сказал. Но ни в коем случае мы не виним агентов, что наверняка вы, конечно, предлагаете несколько вариантов и номеров, и видов, и категорий, и так далее. Но наши почему-то гости, они думают, что на месте дешевле, или, скажем так, на месте мы разберемся. Это скажем, что, конечно, на месте они могут это докупить, но это уже вопрос по стоимости. Если они уже бронируют через непосредственно вас, агентов, да, это будет намного выгоднее, нежели они уже на месте приобретут этот вид. Либо ту же самую категорию upgrade на suite, либо другую категорию. Наш слоган – это «Мир вдали от суеты». Смотрите, наш отель, мне кажется, один из самых больших отелей Дубая по территории. У нас 46 гектаров, включая 17 гектаров аквапарка. Аквапарк стал самым большим аквапарком в мире с 1 марта 2021 года. Я расскажу позже, за счет чего мы стали самыми большими. А также наш аквапарк Aquaventure является номер один аквапарк на Ближнем Востоке. У нас 1548 номеров, из них 168 люксов и суперлюксов. А на территории у нас находится Dolphin Bay, это самое большое место обитания дельфинов на суше. А самый первый дельфин, кстати, появился в Дубае, это в нашем дельфинарии. Также у нас есть на территории в самом отеле аквариум Lost Chambers, где обитает 65 тысяч морских обитателей. Это целый музей. Также у нас есть 27 процедурных кабинетов в Швики Спа. Спа, который обладает множеством наград. Также у нас выбор из 35 ресторанов, баров, лаунжев. Также включает несколько ресторанов мишленовских шеф-поваров. А также наш самый длинный пляж в Дубае – это длиной, протяженностью свыше 2 километров. Аквапарк Aquaventure, да? Это мир водных развлечений, то есть в нашем аквапарке, на территории аквапарка есть 3 башни, то есть за счет чего мы стали самыми большими. Это мы открыли 3-ю башню под названием Трident, по-русски Трезубец. Теперь у нас 3 башни, это Нептун, Посейдон и Трident, Трезубец. Покажу ее на следующем слайде. Дельфинарий на территории аквапарка, также морские котики. И вот в нашем аквариуме можно
не только, то есть посмотреть на рыбок, да, походить по музею, но также у нас есть дайвинг. У нас есть дайвинг, погружение, снорклинг с маской, а также есть самое глубокое хождение по дну в мире глубиной 10 метров. Это вот в нашем непосредственно аквариуме. Развлекательный центр для всей семьи. Наверняка, может быть, кто-то слышал, ну, нашему развлекательному центру Wave House уже вот, кстати, буквально, может быть, через несколько дней будет как 3 года. Многие о нем не слышали, потому что место, оно немного, так скажем, спрятано. Но когда ты попадаешь, думаешь, вот какое огромное заведение, да? То есть первый этаж, на первом этаже находится ресторан, боулинг, игровые автоматы. И второй этаж – это полностью в игровых автоматах. Также в этом развлекательном центре есть вот мягкий лабиринт для деток, да, вот на картинке справа в нижнем углу. А есть бильярд и ресторан. Ресторан входит в концепт полупансиона. Также серфинг. Он включен для гостей, для тех, кто посещает аквапарк, а также кто посещает вейфхаус до 6 часов вечера бесплатно. Каждый гость, проживающий в отеле, может прийти и кататься на серфинге. Знаете, когда мы открыли вейфхаус, ну, мы больше как предполагали, это для семьи, для деток, чтобы было больше развлечений. Но, как оказалось, для больших деток 40+, поднимаешься на второй этаж, где игровые автоматы, детей нет, одни взрослые мужчины играют в игровые автоматы. То есть Атлантис — это взрослые становятся детьми. Это вот я зачастую слышу, что действительно это такой отдых, что когда ты не только можешь просто... Многие просто думают, что это вот даже аквапарк, там детские горки или все только для детей. Нет, это множество всего для взрослых, ну и взрослые потом на какой-то промежуток времени становятся также детьми. Что нужно сделать в Atlantis de Palm? Обязательно. Это, конечно, многие, кто занимается погружением, все сертифицированные дайверы, которые у нас, даже мои гости, либо кто-то из агентов, они когда видели наш аквариум, они всегда записывались на погружение. То есть я знаю, что чтобы погрузиться в наш аквариум, ты должен быть сертифицированным дайвером, у тебя должен быть сертификат ПАДИ. Но у нас есть вторая опция, как на картинке показано, что вот молодой человек со шлемом, то есть если непосредственно через акваланг вы дышите через рот, то в шлеме вы дышите через нос, да, и это облегчает, на самом деле, погружение, и уже 12 лет дети могут погружаться, делать дайвинг, либо просто ходить по дну. Как я сказала, это самое глубокое хождение по дну в мире, глубиной 10 метров. Обязательно совершить прыжок Веры в Aquaventure. Это одна из самых популярных горок в Атлантисе, в аквапарке. То есть это свободное падение. Конечно, это занимает буквально 7 секунд, кажется, но такое ощущение, что это длится целую вечность. И сейчас покажу вот здесь. Смотрите, когда вы скатываетесь по горке. Конечно, я лично не успеваю открыть глаза, потому что под напором воды, но вы пролетаете, проплываете, да, через аквариум, акулы, скаты. Вот, это очень круто, конечно, до доли секунды.
Вот. Также в нашем аквариуме можно пройти сессию хатха-йоги, и сейчас у нас также проводится пилатес, это по вторникам и пятницам с 8 до 9. Это просто полнейшее умиротворение. Мне кажется, да, много... Ну, лично я была на сессии йоги, это где-то на открытом воздухе, либо просто в каком-то помещении, да, а вот здесь вокруг тебя аквариум, и ты делаешь йогу в аквариуме, это что-то, какое-то разнообразие. Получить удовольствие от спа-процедуры, да, наш спа действительно получает каждый год награды, как один из самых лучших спа Дубая и Эмиратов. Тоже советую всем посетить спа, насладиться вкусом черной трески в Нобу. Нобу один из самых популярных ресторанов нашего отеля, а также Дубая, но он просто это всемирная сеть ресторанов Нобу. Так как я говорила о нашей третьей горке, это вот Riden Tower, посмотрите, она... Так, те остальные горки, да, они были однобежевые, однокоричневые, горки буквально темно-зеленого цвета, это уже спустя сколько лет мы открыли что-то модерн, такая, даже выглядит она по-другому, белого цвета, и все горки радужные. Если... Советуйте сразу гостям, чтобы они, как заходили в аквапарк, сразу шли в новую горку, потому что, не знаю, у меня одна башня, когда я была в аквапарке, когда она открылась, мы пришли в 11 и ушли в 6, то есть 7 часов, мы просто по несколько раз катались на них и тех же горках, и только в этой башне. Там не хватило даже времени, потому что аквапарк уже закрылся, и мы... Я даже не успела показать своим друзьям остальные горки. Вот. Тем не менее, это очень хорошо, что мы предоставляем каждый день бесплатное посещение для всех проживающих гостей, аквапарк, аквариум, да. И гости могут один день в одной горке, в другой день в другой башне, точнее, в другой башне покататься. То есть у них будет достаточно времени покататься на всех горках. Теперь перейдем к номерам, категории номеров. Начну с стандартных номеров. У нас, как я ранее сказала, вид на море, вид на пальму. Пальма, конечно, немного подороже. Справа картинка, где молодая пара. Вот этот номер. Это либо Ocean King, либо Palm King. Но я уже вижу по картинке, что это видно на пальму, что видно город. Смотрите, здесь размещение, это очень важно, потому что большинство пятизвездочных отелей не позволяют разместить такое количество человек, либо детей такого возраста, да, то есть в этом номере размещение двое взрослых, двое детей, дети у нас до 14 лет. И также можем в этом же номере разместить новорожденного. Да? Двое взрослых, один ребенок и один новорожденный. То есть семья из четверых. Где они будут располагаться? Большой всех вопрос. То есть, понятно, на главной, на кровати пара. И вот здесь за парой вы видите, смотрите, это софа. Вы всегда запрашиваете дополнительную кровать, чтобы по приезду она была в номере. Мы упростили, когда у нас была реновация. Реновация, кстати, у нас прошла 2 года назад, ровно 2 года назад, так как немножко полгода-год выпал из жизни из-за пандемии, и номера у нас в шикарном состоянии. Когда была реновация, мы, получается, начали устанавливать софу, которая раскладывается. Она во всех номерах, 1548 номеров, везде есть софа, которая раскладывается. Это очень удобно, она на полноценного взрослого. То есть мы упростили этот момент
Также мы можем доставить кроватку, да, для новорожденного. Картинка слева – это двое взрослых, двое детей до 14 лет и новорожденный. То есть большая семья из 5 человек может разместиться. Вот здесь, на самом деле, просто на картинке не вместилось. Здесь также расположена эта софа. Какая квадратура этих номеров? Это 47 квадратных метров, это вот где семья, и 45 квадратных метров – это... 45, где пара, и 47, где семья. Но такой момент. Оба номера, они, кстати, могут быть connecting. Если у вас еще больше семья, скажем, мы можем прогарантировать connecting комнаты, и это будет другая категория, two-bedroom family room. Такой момент, когда номера с одной кроватью, там полноценный балкон, то есть два стула, и стол. Номера, где с двумя кроватями, там непосредственно будет французский балкон, и максимум гости могут сделать один шаг, то есть окно полностью открывается, но выйти на балкон, к сожалению, нельзя, только максимум постоять, скажем, максимум один шаг сделать. Какие привилегии? Это доступ в аквапарк, аквариум, одно посещение в детский клуб, и спеццены на программы не только с дельфинами, а также с морскими котиками, погружения и так далее. Такой вопрос часто задаваемый. А как так детский клуб один раз только включен для стандартных номеров? Хочу вам сказать, когда я прихожу в детский клуб, я не нахожу там детей. Потому что отель, на самом деле, территория очень большая, у нас множество активностей, которые можно проводить на территории отеля. Это, не знаю, горки, не только аквапарк, да, на территории отеля игровые площадки. Также у нас есть еще один большой, не только центральный бассейн, есть еще именно для детей большой бассейн. Там водное поло, волейбол, баскетбол, теннис рядом с этим бассейном, настольный теннис, то есть на самом деле очень много. Даже есть такие шахматы, которые можно на земле играть. Вторая категория – это Imperial Club номера. Это на самом деле такие же номера стандартные, но что включено? То есть это лаунж, мы также построили новый лаунж, как 3 года назад примерно. Он открыт с 7 утра до 10 часов вечера. Это более, знаете, такое приватное место, где он двухэтажный, может и огромная у него терраса расположить, не знаю, до 500 человек. Завтраки, закуски с 5 до 7, алкогольные напитки брендовые. В течение этого периода с 5 до 7 горячие закуски, множество салатов, действительно еды. Да, это не полноценный ужин, но еды на самом деле достаточно. Также мы выдаем кредит 50 дирхамов, чтобы поиграть в игровые автоматы в Вейвхаусе. Здесь уже ежедневный детский клуб в Kids Club, либо для подростковый клуб The Zone. Также у них свой частный клуб, Imperial Club Beach, то есть там этот клуб, этот пляж только для гостей Imperial Club и только для категории свитов. Также в течение с пяти до семи времени, да, там также сервируют алкогольные напитки. То есть закусок там нет, там есть только алкогольные напитки. Если гости желают перекусить, то им непосредственно нужно будет пройти в лаунж. Следующая категория – это суиты. То есть у нас их три. Это Terrace Suite, Regal Suite и Skyline. Я оставила специально название Executive Club Suite,
потому что еще мы буквально поменяли это с 1 января, многие не знают и думают, что это какая-то дополнительная категория. Executive Suite, вы сейчас будете видеть его в системе у партнеров как Skyline, но это тот же самый Executive Suite. Они между собой похожи, но просто, конечно, отличаются по размерам. Террас 94 квадратных метров, Executive 101 и Regal Suite 164. Похожи между собой, да, практически вот Террас и Regal с видом на пальму. Executive у него также есть несколько номеров на пальму, и я очень люблю вид на аквапарк, на море и на аквариум. То есть с балкона можно наблюдать за аквариумом, ночью он подсвечивается, это просто очень красивый вид. Какие привилегии включены по свитам? То есть это бесплатный трансфер в аэропорт и из аэропорта. Это либо Mercedes V-класс Viano, либо Chevrolet Suburban, то есть это такой же очень большой джип, да. Индивидуальный чек-ин в лаунже, то есть не на ресепшене, а в VIP-лаунже. Ежедневно бесплатные счастливые часы на частном пляже в Imperial Club, да, и бесплатные 30 минут тренировки с личным тренером один раз за одно за все проживание. Также у нас есть суперсуиты. Их у нас 7. 2 подводных, 2 президентских, 2 Grand Atlantis и Royal Bridge Suite. Это бридж, это мост, да, который находится между обеими башнями размером 924 квадратных метров. Это самый большой свит у нас в отеле. Все эти свиты, на самом деле, очень пользуются популярностью на нашем с вами рынком. Я обобщаю рынком СНГ. Зачастую проводятся мероприятия, юбилеи, дни рождения, какие-то вечеринки. Бронируют Royal Bridge Suite, президентский, либо Grand Atlantis. Underwater Suite зачастую комбинируют с туром на Мальдивы. Либо до Мальдив, либо уже после Мальдив. Можно пожить 2 дня в этом номере. Их у нас 2, это Нептун и Посейдон. Как вы поняли, у нас всего в морской тематике каждое название. Какие привилегии включены к фирменным люксам? Это услуги личного дворецкого, 24 часа батлер доступен, индивидуальный шатер кабана, то есть каждый день у вас будет забронирован шатер на территории либо на пляже, либо в аквапарке. 2 бесплатных посещения программы знакомства с дельфинами, а также индивидуальный чек-ин в люксе, то есть чек-ин у вас будет проходить в номере. Также мы недавно открыли, как год-полтора, это пляжный клуб и ресторан White Beach. Это место, на самом деле, популярно не только для гостей проживающих, оно стало одним из самых популярных пляжных клубов Дубая. То есть здесь Infinity Pool, шезлонги, кабаны, диджей. То есть наши гости, которые проживают, они тоже welcome, всегда могут просто доплатить. Как это происходит? Вы оплачиваете за шезлонг, это все зависит от сезона. Скажем, если на данный момент, кажется, сейчас он стоит 300 дирхамов, но 200 дирхам на эту же сумму вам выдается кредит, вы можете заказать либо напитки, либо еду. Также рядом с White Beach мы открыли Beach Buns. Это, как вы знаете, такие сумасшедшие милкшейки, молочные коктейли и бургеры. Вот, это отдельное тоже такой кафе-ресторан, специализированный на
на бургерах и милкшейках. Ресторанов у нас очень много, я не буду говорить про каждый. Скажу буквально, что каждый на самом деле гость, проживающий, найдет, скажем, на свой вкус и цвет, найдет ресторан, любую кухню. Популярные рестораны — это как Брэд Стрит Китчен, мишленовский шеф-повар — это Гордон Рамзи, помните, который вел убойную кухню, Нобу ресторан японский, Рондо Локотели, мишленовский шеф-повар Джорджо Локотели, Хакасан — это кантонская китайская кухня, и ресторан Асиано, подводный, который находится в аквариуме. Также рестораны Seafire, Аямна, White Beach. Аямна — это ливанский, White Beach — это средиземноморская кухня, и Seafire — это стейкхаус. И последний слайд по ресторанам — это два наших основных... Так, два наших основных ресторана — это Калейдоскоп и Сафрон, которые открыты на завтрак и ужин. Шведский стол, там просто, и не знаю, и вегетарианцам, и кто любит мясо, и морепродукты каждый день. Пожалуйста, можно приходить в шведский стол. Наши рестораны, они отреновированы, выглядят абсолютно по-другому. Вот, и то есть хочу сказать, что у нас очень много разновидностей, да. Хотела бы еще закрепить такой момент. Раньше питание полпансион, да, это завтрак и ужин, то есть это фиксированный пакет. Я знаю, что многие спрашивают, можно ли поменять ужин на обед. Мы меняем, но как исключение, один или два раза, если гости уезжают, скажем, на экспо, на сафари, они могут подойти на ресепшн и поменять свой ужин на обед. Также все рестораны, которые я перечислила, я не знаю, 13 из них, кажется, да, 13 из них без каких-либо доплат. То есть мы убрали даже доплату в тех мишленовских шеф-поваров в ресторанах, да, Гордон Рамзи, Рондо Локотели, в развлекательном центре Вейвхаус, там раньше была доплата 22 евро за человека, сейчас этого нет. А также раньше напитки были платными, сейчас вода, газированные напитки и пакетированные соки, они бесплатны. Вот, это очень большое преимущество. Хотела бы еще также отметить, что, возможно, я не знаю, кто у нас был последний раз очень давно, либо кто у нас был до реновации, либо кто у нас не был, все равно развеет тот слух и миф о том, что у нас большие очереди в отеле, на ресепшене, в ресторанах и так далее. Этого больше нет. Вы можете поспрашивать своих коллег, вы можете спросить у Анекса офиса, даже который находится здесь, да, что у нас этой проблемы, да, я считаю, что это была проблема. У нас этой проблемы больше нет, потому что то есть стандартные номера, скажем, при заселении, стандартные номера заселяются на ресепшене, Imperial Club заселяются в лаунже, и VIP-гости, которые забронировали свиты или просто VIP, они заселяются в VIP-лаунже. То есть даже в пик, тот самый в 12 или в час, когда гости выезжают, заезжают, ты не ощущаешь. Так как аквапарк стал самым большим в мире, и на самом деле территория просто огромная, тех очередей, которые, может быть, гости ждали, очень долго их нет. Возможно, есть, но буквально 5 минут. Потому что все знают, вы знаете, что все горки просто каждые, не знаю, пару секунд ты скатываешься, да? Также о том, что наш пляж, да, мы находимся на искусственном острове. Были такие нарекания, жалобы о том, что плохо пахнет,
Вода стоячая, не очень пляж. Хочу сказать, что мы на самом деле все доработали. Мы завезли новый песок. У нас море просто прозрачное. А как устранили эту проблему? То есть установили такие турбины, которые циркулируют воду, да, на пальме, и море абсолютно живое и чистое. Никаких, скажем, плохих запахов также нет. Просто я работаю уже в отеле 7 лет, да, я не скрываю, были такие жалобы, может, в 2014-2015 годах. На данный момент, более как 3 лет, на самом деле жалоб нет. Также хочу сказать по депозиту. Депозит у нас 500 дирхамов, это обязательно. Гости могут достать либо наличными, либо при авторизации на карте. Так, и еще что я хотела сказать. Так, ладно, я перейду далее. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы после презентации. Также наш отель не только популярен проживанием, но также у нас самый, мне кажется, один из самых больших конференц-залов в Дубае. Мы проводим множество свадеб. В декабре прошлого года мы побили собственный рекорд. Свадьбы были практически каждый день в декабре. И свадьбы на самом деле со всего просто мира. Это не те, кто только резиденты, да, Дубая, но и из зарубежья. Также мы проводим различные конференции, мероприятия. Пожалуйста, вы можете обращаться к нам, если у вас если кто-то есть из агентов, кто занимается MICE, группами, можете всегда к нам обратиться, потому что у нас большая территория. Разместить мы можем всех гостей. Можете посмотреть наглядно, что мы также изменили наш конференц-зал, он обновленный. Мы очень ждали, когда закончат. Это буквально прошло тоже после пандемии. Так мы обновили наш конференц-зал. Также у нас идет сейчас такая акция. Уже более как 2 года, как со времен ковида. Смотрите, у нас есть такие 3 опции по ПЦР-тесту. Если ваши гости проживают от 5 ночей и выше, вы можете воспользоваться либо ПЦР-тестом перед отлетом уже из Дубая в свою страну. Но мне кажется, что в Украину не нужно. Ну, скажем, если ваши гости летят далее, на Мальдивы, например, то на Мальдивы требуется ПЦР, они могут у нас получить бесплатно ПЦР-тест на всю семью. Если же гости обратно возвращаются в Украину, что они могут сделать при заселении? Они показывают свой ПЦР-тест, показывают чек. Например, он стоит 30 долларов, ПЦР-тест стоил у вас в Украине 30 долларов, и на 2 взрослых максимум мы выдаем кредит. Если же ваш даже тест стоил 50 или там 80 долларов, если вы нам покажете чек, то без проблем. Давайте возьмем такой вариант, что он стоит 80 долларов на человека, то мы 160 долларов максимум выдадим кредит, который будет на счету у гостей, и они в эквиваленте в дирхамах могут их потратить на территории отеля. Это либо в спа, либо напитки, либо еда, мороженое и так далее на территории отеля. Если же гости живут более 10 ночей, от 10 и более, то они могут воспользоваться обеими опциями. Также у нас есть, как я говорила, у нас питание – это завтрак, полупансион, а также у нас есть полный пансион. У нас есть их 2. Есть можно просто добавить полпансиону обед, либо выбрать пакет невероятных развлечений. Это также полный пансион, приветственный коктейль в лаунже в Платос.
Также выдаем кредиты на использование в вейп-хаусе, экскурсия за кулисы океанариума, ежедневные утренние тренировки, спортивные активности по расписанию, да, ну и множество привилегий вы можете посмотреть. Вот это очень крутой пакет, где завтрак, обед и ужин, и несколько еще дополнительных привилегий. Хочу сказать, что за обедом также негазированные напитки включены. Также я здесь оставила, я могу поделиться позже, либо с Анексом, либо вы можете мне написать на почту. Это привилегии при бронировании номеров. Это мы такую сделали, знаете, как шпаргалку, брошюру в офисе, это можно выдавать даже гостям, по каждому номеру, какие включены привилегии, да, это очень удобно. Я знаю, что у вас множество отелей, у вас множество категорий номеров, да, в каждом отеле, но вот мы сделали упрощенный вариант, что где включено. Могу позже с вами поделиться. Так, смотрите, у нас наш захватывающий проект Atlantis The Royal, это наш старший брат. Мы, конечно, наверняка все слышали о нем, может, даже кто-то видел, когда приезжал на Пальму. Я знаю, что мы обещаем открыть его каждый год, но я думаю, что мы уже окончательно откроемся в этом году, в сентябре-октябре месяце. Посмотрите на масштабы этого отеля, они находятся рядом, то есть Atlantis и Atlantis The Royal, мы соседи, у них общая территория аквапарк, то есть аквапарк вход будет возможен и с Atlantis стороны, и с Atlantis The Royal стороны. Часть здания, вот эта вот часть здания, она повыше и побольше, 43 этажа, это отель, где 795 номеров. Окей, меня слышно, да, на всякий случай спрашиваю. Это отель, здание отеля, да, 795 номеров, а та часть здания — это резиденции, но они в частном владении. К сожалению, они уже все распродались. Но, возможно, будет перепродажа уже от владельцев. Остался буквально самый большой номер, суит, резиденция трехэтажная, 1500 квадратных метров. Если, может быть, у вас есть гости, либо клиенты, кто захочет приобрести, у нас еще есть одна резиденция. Вот здесь, смотрите, на 22 этаже будет Infinity Pool. Infinity Pool, он будет совмещаться с китайским рестораном. Также на территории будет свыше 90 бассейнов. Посмотрите, вот понятно, что это все бассейны, бассейны, бассейны. И 43 из них будут вот в таких номерах. Посмотрите, девушка в бассейне. Таких будет 43 люкса, то есть это альтернатива виллам. На самом деле номер будет 116 квадратных метров, а сама терраса 150, где будет расположен вот такой длинный бассейн. Так как в нашем Атлантисе, к сожалению, нет вилл, я знаю, что очень много запрашивают. И это, мне кажется, самый идеальный вариант. Это приватность, у тебя шикарный вид, потому что виллы в основном расположены, скажем, на уровне земли, да. А здесь уже можно, они будут на этажах, на высоких этажах. Также, так, сейчас вам расскажу еще. Вот так он ночью уже выглядит. На самом деле здание уже полностью построено. Там идут отделочные буквально работы.
Минимальная категория номера — это будет 55 квадратных метров. Они все будут с балконом. У них будет шикарный вид и на море, и на пальму. Здесь наглядно видно. Вернусь вот на первый слайд, где... Вот здесь, посмотрите, вот оранжевым даже цветом видно. Это будет единственное шоу фонтанов с огнем в мире. Это даже самая компания, кто построил фонтаны в Дубай-Моле, на Пойнте, на променаде The Point, который видно с нашего отеля. Я говорила, самые большие фонтаны в мире. А также в отеле Белладжио в Лас-Вегасе. И теперь у нас будут свои собственные фонтаны на территории отеля. Гостям не нужно будет выезжать в Дубай-Молл, либо на Пойнт посмотреть. У нас будет свое собственное шоу. Также в лобби будет самый большой аквариум. В лобби на самом деле будет несколько аквариумов, но один из них будет аквариум свыше 2000 медуз. Тоже самый большой в мире по количеству медуз. Ну, собственно, все. Пожалуйста, запишите мои контакты. Зовут меня Гаухар. Мой почтовый адрес, мой телефон. Я всегда доступна на WhatsApp. Если нужна какая-либо помощь. Я очень, на самом деле, рада, что запускаются чартерные рейсы из Украины, да, потому что я помню, когда у вас были... Кажется, первые несколько пару рейсов, да, в прошлом году я получила, на самом деле, очень большое такое количество, знаете, положительных комментариев, что именно этот рейс был по времени очень хорошо подходил по прилету, по отлету, да. Вот, и я на самом деле рада, что теперь дополнительно еще будут чартерные рейсы, что мы сможем больше ожидать гостей из Украины. Вам огромное спасибо, на самом деле, за поддержку 2021 года. Украина, рынок вырос. Я хочу, чтобы он также продолжал расти, чтобы вы отправляли своих туристов, наших любимых гостей и в Дубай, и, конечно же, в Атлантис. Вот. Ну, как я и обещала, кто к нам присоединился недавно, кто присоединился в середине презентации, я еще раз напомню, что мы разыграем, сколько у нас, 57 участников, супер, все молодцы, разыграем, я думала, сколько же вообще разыграть, разыграем, так как вас много, конкурентов, разыграем 4 ваучера. Это будут каждый из ваучеров, один из ваучеров, это предоставляет вам посещение самого большого аквапарка в мире, а также посещение аквариума Lost Chambers, где обитают 65 тысяч морских обитателей, на 2 взрослых и 2 детей. Детки, конечно, когда посещают аквапарк, детки у нас там не по годам, а по ростовке. Детки у нас до 1,20 м. А дальше, если выше, то уже считается взрослым. Сейчас я буду задавать вам 4 вопроса. Тот, кто первый ответит, то есть каждый вопрос будет один ваучер. Тот, кто выиграет первый ваучер, к сожалению, вы не сможете участвовать во втором нашем вопросе. Хорошо, начнем, подготовьтесь. Так, назовите, пожалуйста, как называются наши 3 башни в аквапарке. Того, кого я увижу первого в своем чате, тот получит ваучер. Поздравляю, Елена! Нептун, Посейдон и Трезубец.
Поздравляю, Елена. Коллеги Анекса, пожалуйста, запишите. Елена, также напишите нашим коллегам из Анекса, и вы получите ваучер. Мы с вами свяжемся и отправим вам ваучер. Хочу сказать вам, что он будет действителен на целый еще один год, точнее, до февраля 2023 года. Далее, переходим ко второму вопросу. А сколько морских обитателей обитает в нашем аквариуме Lost Chambers? Мари, пожите у меня, прошу прощения. У меня первая Джулия. Джулия, я вас поздравляю, вы выиграли ваучер в аквапарк и аквариум. Продолжаем дальше. Прошу написать три привилегии, которые включены в Imperial Club категорию номеров. Три привилегии. Так, Алена, вы написали кредит 500 дирхам, у нас кредит 500 дирхам мы не выдаем. Катерина, Imperial детский клуб, все верно, детский клуб включен, у них свой пляж и ресторан. Ладно, давайте еще подождем поконкретнее, кто может написать три привилегии. Лаунж, завтрак, консьерж, это завтрак, он и так будет включен. Более конкретным это был Imperial детский клуб. Пляж собственный и лаунж. Катерина, я вас поздравляю, вы были наиболее точным, кто написал три привилегии. Поздравляю вас. Елена, бесплатный трансфер в Imperial Club категорию номеров, он не входит. Он входит в категорию свитов. И еще я попрошу написать, все готовы к последнему вопросу. У нас выиграла Катерина, еще раз повторяю. Так, и последний вопрос. Напишите, пожалуйста, любых три ресторана, которые вы запомнили. Печатают два человека, я вижу. Они все шикарные, не запомнили. Но у нас их очень много. Хорошо. Марина, вы первая. Асиана, Калейдоскоп и Сафрон. Браво, я вас поздравляю. А Ирина Олеговна, вы вот, наверное, где-то скопировали неправильно. На Сими Бич у нас больше нет, это White Beach. Это неверная информация, необновленная, так скажем. Марина, я вас поздравляю, вы выиграли ваучер. Всем огромное спасибо. Спасибо большое, что вы уделили время и присоединились к нашему вебинару. Я думаю, что я была вам полезна.
Я желаю вам хороших продаж, также завершения сезона. Осталось самых шикарных несколько бархатных месяцев, и так как у вас еще чартерный рейс, я думаю, что сейчас мы будем просто рады и счастливы приветствовать гостей из Украины. Всем огромное спасибо. За ваучерами, пожалуйста, обратитесь к команду Annex. Всем хорошего дня. Благодарю.